Где ты работаешь? Да, официантка в ресторане. С папой, кстати. Он там давно работает, а я всего 2 года. Тяжелая смена была, 14 часов на ногах. У меня хронический недосып. Сыт? Сыт. Спать. Хорошо. Продолжай. Это все. Не, ну это не все. В смысле? Силы твои отвисли. А ты с самого рождения ходишь в секту? Нет. Папа позвал. Почему ты называешь это сектой? Потому что они построили свою организацию по Библии. Они не пьют, не курят, считают себя избранными. При этом осуждают тех, кто грешит. На самом деле, они построили себя на понимании лидерства, которое есть у их начальства. Они манипулируют людьми. И ты, моя дорогая, со своим отцом, являешься лишь крохотной частицей этой системы. Знаешь почему? Потому что вас заарканили через эмоциональную черту. Не убеждением правды, а любви. И да, там все такие хорошие. Ваша цель – делать так, чтобы ложь распространялась. Еще больше адептов. Ну ты представь, вот просто представь, сколько в мире организаций, построенных по Библии. Все хорошие, все делают добро. Раньше они были наркоманами, бандитами. А сейчас они просто бреют своих овец, а вы ими восхищаетесь. Гениально. Вот скажи, но только истина. Ты восхищаешься своим отцом? Нет. Но он ничего не сделал такого, из-за чего я бы его стала презирать. Thank you.
стороны. Я не могу. Анатолий, подойдите ко мне. Нашего пациента из пятой палаты молния шаровая стукнула. И на YouTube выложили видео как. Посмотрите. Толик, вы спите? Анатолий, мне кажется, вы не высыпаетесь. Вам нужно больше спать. А это кто? Чтоб когда я вернулся, ее здесь не было. Ну как вы это делаете? Ну все, что мы видели утром на собрании. Конечно, пустого колодца никто стоять не будет. У нас есть структура проповеди. Она делает свое дело и заставляет людей поверить. Соответственно, с молитвой, с есть музыка. Естественно, люди меняются. Представители Всемирной организации. Меня зовут Владимир. И моя. Дочь, Елизавета. Вот вы, Иван, верующий? Да, где-то в глубине души я верующий. А вы, Владимир? Мы очень верующие, мы очень доверяем Богу. Скажите, а вы православный? Да, меня крестили, когда я был еще совсем маленький. И вы, наверное, знаете молитву «Отче наш». Кто же ее не знает? Там говорится в слове «Да светится имя твое» в этой молитве. И имя Господа какое? Вездесущий, всемогущий. Нет, имя ему Иегова. Его надо произносить, чтобы прославить. Знаете, Владимир, я думаю, суть не совсем в звучании, а в смысле имени. Вот, я как понимаю, вы семья, да? Лиза, это же твой отец? Ну да, он же представил меня. Вот ты, Лиза, гордишься своим отцом за его дела? Вот у меня, допустим, биологических родителей уже нет. Они отдали меня в детский дом, и там меня воспитали уже совершенно другие люди. И моя цель – передать это воспитание моим детям, чтобы вознести их. Поэтому имя Владимир, я думаю, не имеет ничего. А суть? Или вы язычник? Нет. Мы против язычества. Мы должны славить имя.
А фамилия? Иван, вы вот крестились в детстве? Да, мне было где-то 2. Вы разве осознавали, когда принимали веру, которую крестились? Нужно вначале осмыслить. Правильно. Вот, например, Писание говорит нам, Марка, Евангелие от Марка, глава 16, стих 16. Может, сходим куда-нибудь? Там, в кино, на море погулять. Как, все вместе? Нет, ты и я. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Иван, а дети не могут креститься? Знаешь, Лиза, вот в этом и проблема всех этих организаций. Они берут текст, вырывают его из контекста и начинают управлять такими, как твой отец. Владимир, прочитайте дальше, пожалуйста. А кто не будет веровать, осужден будет? Угу, я понял. Значит, детей осуждать будем? Владимир, Библия для взрослых, для тех, кто умеет читать. А детей не запрещено крестить. Тем более, я уверен, что церковь сама крестит детей уже на протяжении 2000 лет. И ваша организация не является той церковью, о которой идет речь в Библии. И, кстати, саму Библию церковь учредила где-то в 3 веке. И сейчас, если вам не сложно, можете, пожалуйста, открыть Тимофея 3:15 и прочитать вслух, если вам не сложно. Лиза, у тебя очень красивые глаза. Спасибо большое. Как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины? Вот так вот Церковь утвердила Библию. И по Святому Духу утверждает совершенно другие вещи. А не ваша контора, где вы подсчеты ведете. Ладно, не будем утруждать вас в тот день. Что же? Ну, кстати, вы усомнились. Обычно такие адепты, как вы, этого не делают. Так что, Лиза, сходим, может, куда-нибудь? Влиятельный рептилий сидит в кабинете. Они зарегистрировали свое государство в Лондоне. Они пытаются уменьшить нас через этот прибор. Вы не будете сомневаться. Ты среди низких частот, Лиза. Они изображают нас. Изображают нашу реальность. Суть уже не в правде. Правда слаба. Сила в истине, но она закрыта. И чтобы выжить, нужно двигаться через высокие частоты. Я хочу помочь тебе спасти твоего отца, но есть условия. Встреться со мной. Поговори. Сейчас. На том же месте. Я жду. Время идет. Держись, каса шамаро морок, бакира кетаро этро барор, к
Слушай, а что она говорит? На каком это языке? Не на каком. Это типа иной язык. Их дух молится за них. То есть я сейчас тоже могу начать бормотать какие-то слова и пойди докажи, что это не иной язык. Но как вы это делаете сегодня на собрании? Мы очень впечатлились вашим талантом. Ну, смотрите, народ остается народом. И он всегда требовал хлеба и зрелищ. А моя задача как пастора – это дать ему и хлеба, и зрелищ. Должно быть, вы сыграли судьбоносную роль в судьбе ваших прихожан. Конечно. Люди просто так у пустого колодца не стоят. Во-первых, у нас есть структура проповеди. Она делает то, чтобы люди поверили. У нас есть музыка, речь, тишина. И вы знаете, люди меняются. Я считаю вас очень смелым и талантливым человеком. Спасибо. Проповедовать – это как накрывать на стол. И для этого, соответственно, нужно быть холодным блюдом, горячим блюдом, напитком. Ну и моя задача как пастора – это накормить моих прихожан и сделать так, чтобы они хорошо и сытно покушали. Ну, а если мы говорим о бизнесе, то одно – это когда у тебя есть идея, второе – когда ты ее действительно можешь реализовать, и третье – когда ты можешь покрыть все расходы, не прибегая ни к каким посторонним источникам. Ну, и в этом плане я вполне могу считать себя успешным бизнесменом. А деньги вы как добываете? Финансовым источником являются наши прихожане. Это люди, которые к нам приходят. Вы сами видели сегодня, у нас нету ни завода, ни фабрики. Мы, по сути, ничего не создаем. Все, что у нас есть, это щедрость и вера людей. И вера людей является естественным источником нашего процветания. А когда люди приходят ко мне и жертвуют мне, да, это означает, что я делаю свою работу хорошо. И много жертвуют? Много. Слава Богу, много. Пока хватает. Кем ты восхищаешься? За последнее время.
В ресторане, где я работаю, была одна бабушка. Там она работала посудомойщицей. Ей было 80 лет. Она говорила, что все это делает ради своих внуков. Она очень сильно утомлялась, но не переставала работать. Она боялась остановиться не совсем. Мы ее все очень уважали, всегда делились с ней чаевыми. А она поила нас вкусным чаем. Там был такой бардак. Хозяин со своей блондинкой с надутыми губами ходили, как римские императоры. Были постоянные пьянки, банкеты. Мы работали до 3 ночи. А бабушка, завидя меня, всегда улыбалась и говорила, что у меня красивые глаза. Однажды хозяин справлял свое день рождения. Тяжелая была ночь. После нее я бабушку не видела. Вот. Потом 3 индусов работали вместо нее. Вот ей я восхищаюсь. А отец меня привел в эту секту, потому что он говорил, что именно там я найду своего спутника. Правильно. Все эти парни с реклам Kinder Bueno и Colgate мне кажутся полными лицемерами. Когда они обнимали меня в зале, мне казалось, что отец отдает меня на растерзание. Тогда я поняла, что никакая не истина, а глухая и сухая правда меня ждет. Но зато я не вру, не пью, не гуляю по клубу. Да уж. А о чем ты мечтаешь? Тепла, счастья, развиваться. Где? Здесь? Ты не поверишь, и не в этой стране. Нужны бабки. А чем ты восхищаешься? Своими снами. Мне вообще часто сны снятся. Особенно сейчас, летом. Небо ягодного цвета по воскресеньям и море. С чувством, будто я могу управлять волнами. Одна маленькая мысль и волна высотой 50 метров. Стрёмно, конечно, но завораживает. Удачи тебе.
А теперь все в порядке? Куда мне идти? Домой. Это как эпизод из моего сна. Для вас. Но я боюсь показывать вам продолжение. Так что отключаю эту картинку. Я выключаю.